Друзья, всем салют! Зовут меня Алексей, находитесь на канале TechDoor. Продолжаю развивать тему о печи. В первом ролике вы видели изготовление вот этой вот подставочки под нее. Там же я указал, что буду делать стеллаж для досушки дров после улицы. И вот это видео касается как раз ее. Оно уже, видите, здесь изготовлено. Служит мне уже где-то недели полторы-две. Нормально все. Сделаю из трубы прямоугольного сечения 32 на 32. Сначала хотел из уголка, но разница там в 100 с небольшим рублей за 6 метров, труба покрепче. Далее прикуплен кругляк гладкий диаметром 10 миллиметров. Приварены боковые стенки снизу сверху, чтобы ограничить древесину от трубы. Ну и с обратной стороны также. Этот же кругляк снизу. Таким вот образом здесь. Здесь от провисания. И сверху уже на прихватках. Ну и на первой полке. Также предусмотрено пространство от воздуховодов, вот этих вот, которые у печки, до дров, между рефлектором трубы и тоже до дров для безопасности. Ну вот печка является как бы тлением, да, длительного горения, она не на полную катушку, но один раз где-то в неделю, в 2 недели я ее протапливаю очень сильно, то есть жарит она капитально. Это для того же сделано, чтобы в трубе не накапливались вот эти смолы, зажигались по мере возможности. Ну, вроде ничего. То есть, я тут руку могу смело держать, и я думаю, для дров это безопасное расстояние. Да, еще тут, скорее всего, я, наверное, доделаю корыто металлическое. Под низом будет на всю длину, потому что летят ошметки, то есть от дров. А иногда, когда затаскиваешь сюда, такие слегка сыроватые капельки попадают на печку, тоже не помешает. Ну и, наверное, второй лист кинул наверх для того, чтобы испарения не поднимались на потолок белый. Вот. Так, сам стеллаж этот не приварен к нижней стойке, а просто стоит и прикручен на саморезы по металлу. То есть вот уголочек из этой же трубы отрезаны и прямо саморезом вкручен в подставку по всем 4 сторонам. То есть в любой момент я могу ее снять и убрать печку. Там, не знаю, если заменить придется со временем. Вот. Ну и давайте, наверное, еще покажу то, что пришлось немного переделать. Это перекрытие между первым и вторым этажом в деревянном полу. Там я заменил вот эту каменную вату на базальтовую. Сам по себе этот лист прошит вот так вот для удержания формы. Необычно хрустит. То есть поднести к микрофону, отчетливо слышно, как снег. Вот.
Смело можно работать руками, кроить, укладывать. Не буду чесаться, в отличие как от той. С ней без перчаток не советую этого делать. И без респиратора тоже, иначе закашляетесь. Вот. Но хотя, знаете, что вот этот материал, что тут, сделан на основе базальтового минерального камня. Но, видать, в том применены различные смолы, клея. Для чего? Без понятия. Может, для удержания формы, еще для каких-то целей. Но здесь этого нету. Я надеюсь, по крайней мере. Почему заменил? Вот видите, тут когда происходит обугливание, он дает сильный вот этот запах от маслов. И эта вся вонь поднимается на второй этаж, немного даже дотягивает на первый. Ну и я так подозреваю, это тоже вредно. Вот. Ну и все, сейчас вот добью, немного тут осталось, прикручу лист. И все. На перекрытиях, где вот потолок в крыше, не буду менять, так как там сама труба сэндвич имеет вот тот утеплитель, смысла не вижу. Ну и, пожалуй, вот и все. Ну а я с вами прощаюсь. Пока.